Юля, она может поставить диагноз своими словами. Значит, какая светленькая? Светленькая. Мы ей давали, ну, была у нас тут девочка, там, катастрофа, ей 12 лет, она потеряла зрение из-за перелома. Рентгенологи не поставили перелом. Ну, там есть снимки, то есть у нас все. Там перелом орбиты и сдавление зрительного нерва. Значит, они не поставили по своим снимкам. Значит, посмотрела Юля, она сказала, что у нее вот имеется перелом орбиты, вот там-то, вот у нее перелом там-то, вот у нее зрительный нерв цел, но там сдавлены сосуды вот так-то. То есть все то, что мы видим. А мы потом сделали компьютер, ну, есть еще, знаете, компьютерная томография, где там через миллиметры снимают. Значит, мы это сняли, там действительно перелом. Значит, и перелом орбиты. Ее диагноз подтвердился. Ее диагноз подтвердился, понимаете? Ее диагноз подтвердился. Ну вот я могу, например, свое давление глазное снижать, заходить спутником в органы, просматривать свои органы, контролировать свое самочувствие. Вот так. А потом как видеть? Вижу я. Знаете, вот сначала я не верила в это, теперь вот вижу. Ну, эта методика тебе что-то еще дала, вот, кроме надежды? Дала смысл жизни. Дали Юле два повязку, мужчины, хотя при ее полной слепоте в этом не было необходимости. А другой наклонился. И у них разные рубахи по цвету. У того, который наклонился, рубаха красная у меня. А тут у меня четверостишье. Читать его? Да. Если можно. У пе ти папа тире плотник.